8 марта в каждый дом. В преддверии праздника ивановские участковые выходят не на обход и не на вызов. Полицейские спешат поздравить прекрасную половину жительниц города с Международным женским днем. Акция в преддверии 8 марта проводится ежегодно. Сегодня мы ходили, поздравляли представителей женского пола на обслуживаемом микрорайоне. Поздравляют скромно, но душевно. Дарят небольшие праздничные открытки, желают много-много приятного. От теплых слов и молодые женщины, и дамы постарше буквально расцветают. Желаем всего самого лучшего, здоровья крепкого, всего самого хорошего. Спасибо. Здесь мои контактные данные мои указаны, если будут какие вопросы. Можете обращаться. Спасибо большое. Полицейские еще раз напоминают, в трудной ситуации обязательно придут на помощь. И некоторые жительницы тут же спешат воспользоваться случаем. Жалуются на снег, шумных соседей и не в том месте припаркованные машины. Вопросы, да, при общении задавались, как бытового характера касающегося, так и характера по каким-либо правонарушениям, если они имеются. И как поступать в таких случаях? Куда обращаться? Все вопросы и предложения участковые пообещали рассмотреть и мнение жительниц обязательно учесть. Мария Попова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.